Смена «Конгресс молодых парламентариев» торжественно закрывается. Две недели юные конгрессмены писали и защищали социальные проекты, встречались с интересными людьми на мастер-классах и участвовали в дебатах. Обсуждали различные темы, например, там, ввести штраф за аборты, отменить ЕГЭ, или, например, ввести такую систему, что при обучении в школе забирать планшеты и телефоны. И то есть ребята очень, так сказать, по-взрослому реально рассуждали на эти темы, что даже нам, взрослым, приходилось так смотреть и где-то, может быть, здесь себе фиксировать это все. На закрытии юный парламентарий представляет творческие номера. Участники смены обладают не только способностями к управленческой деятельности, они хорошо поют и танцуют. Восемь социальных проектов разработали юные конгрессмены. Организаторы награждают самых активных, а участники подводят итоги и делятся впечатлениями о днях, проведенных в федеральном детском центре «Смена». Смена прошла вообще просто прекрасно, мне все понравилось. Тренинги – это вообще супер, тренера молодцы. Я лично для себя узнал очень много нового. Тут просто божественные условия, как в гостинице 5 звезд. Мы просто кайфовали всю смену от того, что находились именно на территории этого лагеря. Тут очень близко к морю и... Вообще это очень прекрасная территория, то есть и деревья, как-то вот та атмосфера, которая есть в лагере, она дополняла все, что тут было. Только что прошло закрытие смены нашей, проделана огромная работа, конечно, и тренерская, и ребята сейчас уже есть по регионам, которые готовы работать в парламенте молодежном. И самое главное, очень позитивные эмоции сейчас получила, очень много подарков было сделано ребятами, растрогали до глубины души.